Еще раз всем привет. Надвигаюсь именно до площади Ленина. Впереди меня оперный театр. Справа меня отель Мариот. Мариот. Если так правильно говорить. Сколько звезд, если честно, я даже не знаю. Мне кажется, 4 звезды, по-моему. На 5 звезд он вряд ли тянет. Это, можно сказать, центральная улица Новосибирска. Сейчас перейдем дорогу. Здесь трамвай ходит, знаменитый маршрут 13, который, между прочим, проходит по всему Новосибирску. Можно на нем прокатиться. В течение 2 часов он будет колесить по маршруту через весь Новосибирск. Правую сторону города. Покажет все достопримечательности практически. Побываете во всех практически районах. Так. Вот можете посмотреть Марио со стороны. Надумал бутею мне челюсть краса, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете всем я все лежу, рыдаю землячки, встаю, мираю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силу берегу. Я вот знаю, о чем ты подумала, потому что твоя... Голос чуть-чуть похож, да, на Высоцкого? Ну, если так честно посудить, что Владимира Высоцкого, мне кажется, вряд ли кто сможет заменить. Этот голос ни с чем и ни с кем не сравним. Ну, излюбленное место молодежи. Площадь Ленина. Здесь вы можете наблюдать. Кого хотите, разных маргиналов, разных неформалов и прочих, можно сказать, фьеристических личностей молодого поколения. Ничего себе, я выговорился, фьеристических, фьерия, вот это да, не знаю, откуда у меня это слово-то в голове оказалось. Погодка нормальная, не холодная, не жаркая, но немножко душно, так сказать. Так, вот этот театр, в принципе. Я уже обзор как-то снимал по поводу театра. Так. Солнце прям светит, вот я сейчас направлюсь налево, и вы взгляните просто. Вот. Так, что у нас сегодня на август месяц? Какой-то новат, опера и балет. В предыдущем видео я записывал Центральный парк, в принципе, здесь недалеко, метров 200 от площади Ленина находится. Сами монументы Ленина прямо по курсу. С левой стороны, получается, сейчас от меня это рабочие крестьянка. С правой стороны это у нас революционеры. Ну, а посередине дедушка Ленин. Сейчас дойдем, и я сниму обзор прямо, потому что сейчас камера направлена на солнце, и картиночка не очень. Зато посмотрите, какой газон. Газон с цветочками. Прям красота. Если сверху посмотреть, я думаю, что это будет смотреться потрясающе.
Молодежь веселится, хорошее настроение. Скейтбордисты, велосипедисты и прочие неформалы, так сказать, называя их свободными личностями. Кстати, вот здесь, на площади Ленина, собираются протестанты, оппозиционеры, те, кто против, кто хочет высказать свое мнение по поводу чего-то, того, что его не устраивает, пикеты одиночные устраивают. Даже, помнится, зимой сюда приходил, и стояла девушка с единичным пикетом, там, с каким-то транспарантом, получается, там она хотела Навального, да, вот Навального спасти, чтобы его выпустили из заточения. Не знаю, помогло ли, нет, такое ощущение, это просто была какая-то запланированная, заказанная акция, чтобы собрать побольше, знаете, такого общественного ажиотажа, что здесь кто-то собирается, что это, что что-то происходит, знаете, что кто-то противостоит против. Говорит, на самом деле не особо это вообще влияет на политику и на все с этим связано. Это так, для видимости, для какого-то, не знаю, ажиотажа, мне кажется, все-таки это не особо влияет. Люди как жили, так и будут жить. Как им сказали, так и будут жить. Давайте наблюдаем. Смотрите, как. Стоит дедушка Ленин. Можно даже взглянуть на его бюст. Такое ощущение, что у него на пальто кто-то разлил какую-то жидкость, краску в какое-то время. Если вы сейчас видите, не видите, сейчас приближу. А нет, вряд ли. Скорее всего, кто-то кинул какую-то. Да, вот смотрите, здесь даже экскурсия проходит. Смотрите. Личность нашу прям во всей красе. И церковь, и стекло, и советские модерны, и кавказское здание. Вот это все. Вот видите, даже в Новосибирске проходят в понедельник с экскурсии. Тут, скорее всего, с какого-то города. Может, с какой-то страны приехали. Ну, по лицам видно наши сограждане. Не с какого-то дальнего зарубежья, лица славянской внешности, можно так сказать, выразиться. Я, конечно же, ни насколько и не стараюсь вообще, и не противник какой-либо нации, не собираюсь претендовать и против какой-то нации что-то говорить. Все хороши, все по-своему хороши, у всех свои плюсы и минусы. Это музей. Это называется Новосибирский городской торговый корпус. Здесь проходили торги, продажи. Ну, это такой, можно сказать, павильон, знаете, выставочный еще в то время. Он был сделан основан в 1910 году. Я сейчас приближу камеру и посмотрите. Вот туда дальше, вот можете посмотреть, там церковь. Церковь, вот сейчас в экскурсии говорили по поводу церкви. Ну, я туда вряд ли пойду. Я хотел вот показать как раз таки вот торговый корпус вам и площадь Ленина. Да, кстати, еще облпотребсоюз, вот он. В Советском Союзе это здание и эта организация, этот союз был популярный.
Потому что в советское время как раз таки вводился вот этот потребительское, знаете сказать, понимание в обществе. То есть торговля развивалась, продажи, ну и все с этим связано. То есть здесь центр торговли и предпринимательства в советское время происходило. Ну, насколько я, можно сказать, ознакомлен, если где-то я что-то не сказал верно, можете поправить меня в комментарии. Вот, можно сказать, центральная дорога, главная дорога, по которой проходит много автобусов. Вот, кстати, едет 18-й автобус, на котором я в свое время ездил с одного района, да, родники здесь есть, и до другого берега, до левого берега, на работу. 2 часа езды мне обходилось. Представьте, был у меня вот такой период жизни здесь, когда я жил еще в том году, работал, жил на правом берегу, работал на левом берегу. По поводу оперного театра я могу вам сказать, местечко очень интересное. Кто будет в Новосибирске, обязательно посетите его. Я еще не был, но обязательно посещу. Хорошего вам дня. Еще раз спасибо за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч!